Мы продолжаем концерт Высоцкого в Звездном. Вообще, я вам должен сказать, что песням везет больше, чем людям. Потому что если человек хороший, он в жизни очень много нервничает, беспокоится, переживает и помирает раньше времени. А песням можно продлить жизнь. И можно им дать подольше, чтобы они позвучали. Песня называется «Аисты». Сергей Безруков. Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле густоит, и деревья в смоле грустно им, дым и пепел встают, как кресты, гнезд по крышам не вьют, аисты, колос в цвет янтаря, успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Что там цветом в янтарь светится? Это в поле пожар мечется. Разбрелись все опять в стороны. Певчих птиц больше нет. Вороны и деревья в пыли. К осени те, что песни могли, бросили, и любовь не для нас. Верно ведь, что нужнее сейчас ненависть. Дым и пепел встают, как кресты, гнезд по крышам не вьют, аисты. Лес шумит, как всегда, кронами, а земля и вода стонами. Но нельзя без чудес, ау, довоенными лес звуками. Побрели все отбег на восток. Певчих птиц больше нет, нет аиста. Воздух звуки хранит разные, но теперь в нем гремит, лязгает, даже цокот копыт топотом. Если кто закричит шепотом, побрели все отбег на восток, и над крышами нет